Сегодня в Чувашии плюс 13 случаев заражения новым вирусом. В основном это жители Чебоксар. Но несмотря на такую статистику, на улицах столицы с каждым днем становится все многолюднее. Жители нарушают режим самоизоляции. Это видео, которое транслирует в сеть канал «Чувашия онлайн». Изображение с обзорных камер городов Чебоксары и Новочебоксарска. Специальная онлайн-платформа оценивает обстановку в баллах. В таблице и на карте оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше. Информация на карте из официальных источников и обновляется каждые 10 минут. Представлены также таблицы и сводки актуальных данных по коронавирусу. Каждый желающий может ознакомиться с правилами профилактики и узнать, как обезопасить себя и своих близких.